Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня коллекционер. Первый аккаунт на роллинге. 83 тысячи самоцветов. Аккаунт, ну сколько я понял, моего подписчика Сергея. Находится он в гильдии Кубань. Первые места. Битва гильдии Атака Фортов. Кидайте заявочки, вступайте. Атака Фортов 12.00, босс 20.30. По вступлению в WhatsApp. Кидайте заявочки, вступайте. Поехали посмотрим на аккаунт. Что есть, чего нет. Аккаунт, скорее всего, донатный. Молодой аккаунт. Доната очень мало. Значит, самоцветики накопленные. Отлично. Так, смотрим, что у него делается по героям. Очень хочет Космо. О, ничего себе. Роза Некрос, Космо. Ну, смотрите, донатных нет. Зефирик Трифида не хватает. Трифид спален, Бугимен и Космо. Обалдеть, неплохо. Хороший аккаунт. Помимо этого мы пораставляем талантики, пораставляем чарки. В общем, будет много трешечка. Так, окей. Поехали, давайте начнем с роллинга. А потом, как обычно, посмотрим. Коллекционер у нас... На русском сервере печально, как всегда, но надеемся, что мы вытащим сегодня ему эту имбу. Так, поехали. Бог Грома, Укротитель, Суккуб. 3000 в никуда. Палач Тритон. Да давайте уже имбу. Вот мне интересно, за сколько мы соберем всех слизней. ПБшка. Друид одержимый. Афинка. Череп. Да просто жесть. РТшка. Рандомчик, чё с тобой? Давай одупляйся уже. Подкинул нам два кенди. Пея. Так, это вот. 20к. Ну, интересно, он на парящем. Как это он на парящем не забрал награду? Коллекционер. 13-15. Неплохо, хорошо падают слизни сегодня. 24к всего потратили. И уже нормально слизни собрали. Поехали сюда. Блин, неплохие герои, я вам скажу, у него. Для такого аккаунта донат вообще ни о чем. И герои хорошие. Так, отлично. Let's go дальше. Так, с бульдозер. Бугимен. Ну что, поздравляю. Первый недостающий герой есть. Поехали дальше. Сразу же Махатма падает. Нифига себе. Рон. Хорош, хорош. Гаргул. Блин, нам нужен Космо. Фрэнки. Медузка. Имка. Гаргул. Атлантище. Королева Гарпий. Медуза еще одна. Рибит. Вот понеслось. Смотрите, что делается. Я не знаю, вроде улучшили шансы, но получше начало падать на русском сервере. Или мне кажется, но... Чик. Поехали обратно в рейд. Так, обратно у нас тыкву слили. Чего стоит один герой Фрея?
Такс. Да, аккаунт, конечно, веселый. А ну интересно, что у него делается по... Понятно все. Ну, как для бездоната такого, ну, реально неплохо. Триантик. Ворожей. Нифига себе. Ледяной феникс, блин. Махатма, нифига себе. Это жесткий роллинг. Хорош. Герои, конечно, падают крутые. Тесса. Ну, блин, нам надо все меньше и меньше. Вы знаете, когда такое количество героев, очень сложно проблемно выбить недостающего, потому что просто печаль. Стрелок. Опять же стрелок. Офигеть. Купидон. Капитан Рогатка. Рино Триант. Дед Мороз. Нифига себе. Паладин. Душегуб. Смотрите, как сыпят. Нормально, конечно, падают легенды, я вам скажу. Есть! Свалим! Отлично! Еще один герой недостающий. И мы, в принципе, коллекционера собрали, по идее. Собрали все награды. За 60к. Вот так вот, ребятушки. Поехали дальше. Фрея! Обалдеть! Фараон. Еще один свален. Ворожей. Это нереально жестко падает. Леди Лео. Так, нам космо нужен. Душек. Фрэнки. Одержимый. Космо, приди, Гаргул. Где ты? Валька. Давайте так, Сноу. Не знаю, кто там фея. Так, это мы оставим. Так, ну что я могу сказать? Упало нам, конечно, круто. Реально круто упало. Героев обалденнейших. Дофигища. Повторки, все дела. Вот такие вот плюхи. Весь коллекционер. Также есть награда за трату. Так, Бугимен свален. Да, у него, конечно, трифит и космо остается, и все. Все остальное донатные. Обалдеть. Два свалена, ребят. И Бугимена открываем. Поздравляю! С героями тебе уже будет проще. Так. Поехали дальше. Посмотрим талантики. Он просил посмотреть по талантам. Топ, топ, топ. Топ. Ну, я не знаю. Тут ИСО только. Отличные герои. Что тут еще хотеть менять? Супер, супер. Махатма. Ну, Махатме можно поставить и ИСО. Получше будет, чем утекание. Утекание, в принципе, тоже хороший вариант. Блин, запарили эти двери уже. Так, ну вот дальше, я так понял, у нас таланты печали. Да. Но первые, которых мы увидели, в принципе, довольно-таки неплохие. Так, окей. Смотрим, где наших две имбы. Раз и два. Смотрим, что у него тут есть. Поддержка, пакт. Выживание коробки. Поехали. Стойкость. Ну, я сейчас буду их расставлять там допом, всему остальному, потому что ну, для силушки стойкость это не тот. Бастион, отлично. А, так, бастик у нас пойдет вот сюда. Он будет универсальным. Огненько. В принципе, можно и сюда поставить пока временно. Каменка.
Каменка, честно говоря, такое себе. Просвет. Даем свали. Ремочка, отлично. Так, ищем Атлантика. Ищем в первую очередь Атланта. Ему для прохождения многих локаций Атлант будет необходим. Так, Атлант есть прокачанный. Кубчик прокачанный. Еще вариант. Вариант. Леди Лео на PvP локации. И дерево. Ну, знаете, ремок много не бывает. Поставим пока дерево. Так, баст, блин, круто. Так, замедление, баст. Поставим сюда. Огненько. Так, ну тут таланты, во-первых, более-менее нормальные. Так, утекание. Такой вариант. Ожог, Ронин с ожогом есть. Чисто для силы можно поставить. Так, бег. Еще один ожог. Можно сюда. Это не те герои, которые там будут особо использоваться, пока у него. Блять, что столько бега падает? Что за фигня? Так, бог войны. Временно сюда. Стойкость. Так, тут у нас просветик стоит. Если бы рулил ночью, конечно, было бы стрёмно. Так, отлично, воодушевление. Что отличного, не знаю. Кому его ставить, тоже печально все. Посмотрим сейчас изначально у героев, у которых есть еще скины. Так, воодушка, к сожалению, у Финки скина нету. Для нее неплохо было бы. Воодушку на фарм локации. Как вариант, Хрон. Варлок, Перегорклуб, Дрейк. Ну, по воодушке все печально сейчас на сегодня. Надо ее эмблемами собирать и не париться. Ну, чувство, когда, блин, некому воодушку поставить даже. С таких автопрокеров. Ну, Фрэнку смысла нету. Ледяха с чем у него. Вот, можно сюда поставить. На некоторых подземках. Да, и во многих случаях. Хоть как-то так. Так, раскол, отлично. Раскол у нас идет на Химку. Тут бас не нужен. Ожог. Ожог мы сейчас просто кому-то поставим. Так, ракушка тоже бесполезная. Так, утекание. Можно сюда поставить. Махатма у него уже с этим есть. Такс. Вот так у меня тоже такой есть. Дед. Орка. Замедление. Укротитель. Ищем для архидемона. Так, ведьмочку ищем. Где-то она была. Ведьма, стрелок. Так, стрелок, каменка. Это получше вариант будет. Так, ты какая у него? Топовая ведьма. Так, ТУ. Тоже бесполезный талант. Сюда поставить.
Выживание. Вот довольно-таки интересная темка. Будет у него маскировка. В принципе, можно как вариант Фрейя поставить для битвы гильдий. Такс. Ну, курка для какого-то танка, но она уже не настолько актуальна. Можно даже сюда поставить, может. Ну, смысла нету. Так, опять ТУшка, ну. Так хорошо начинали падать таланты, блин. Они издеваются просто. Зайдет, посмотрит, блядь, и тут весь алтарь с бегом. Так, еще одна ТУшка. Ну, тут, конечно, герои у него. Так, душек. Блядь, жесть, ребят. Просто беговой аккаунт. Ой, правда. Ой. Аж чуть не прослезился. А что с этими бегами делать? Они издеваются. Чисто ради силы. Гнев. Лучше уже гнев поставить, хоть критовать будет. Ярость небес. Где там дед? Блин, как не корка, то какая-то фигня. Запарили уже. Перс. Перс можно, в принципе, тесса. Уже где-то пропустил. Дар жизни. Это уже поинтересней будет. Дар жизни снимает пафы. Поставить лучше сюда. Гнев. Грубую таланта вообще бессмысленно ставить. Хоть кританет когда-то. Опять Берс. Ну что ты сделаешь-то, а? Просто издевается над нами. Ставим пока сюда. И... Короче, так вот паролили мы ему таланты. Ну, в принципе, более-менее разобрались. Так, дальше он попросил нас чарки расставить. Поехали. Есть у него коробки. Сейчас посмотрим, что у него тут вообще по чарам делается. Блин, конечно, недомогание не там, где надо, а героев-то у него не особо много. Поэтому чары мы особо и сильно рулить не будем, потому что, ну, бессмысленно просто слить. Так, это на архидемона поставим. Конечно, у него тут с эволюцией героя на архи не особо много. О, священный суд, это уже получше. Это уже поинтересней. Командора Махатма. Так, Фрейя. Ворожея есть, Рину Стрелок.
Да, конечно, печально все. Поставлю изначально сюда пока. Будет хороший бигфут у него. А потом надо будет поставить сюда седнушки. Ну, надо в реальной намного больше героев с эволюцией. Потому что мы, по сути, тратим сейчас просто пустую. Так. Это можно поставить сюда для подземочек, если будет проходить. Для урона пиромах идет автоматически у нас на тыковку. Для архидемона. Так, плюс одна клетка бесполезна, чисто ради увеличения. Некому даже ставить, вот то, о чем я и говорил. Что коробки использовать бессмысленно. Надо хотя бы 20-30 героев, туда можно их открывать, поэтому мы их пока оставим. Потому что мы просто их зря потратим. Так, еще дополнительно плюхи он получил. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков, кидайте заявочки на ролик. Всем удачи, всем пока.